Karagden gecelene yatmaram sebekme hıyal zülfüne bağımın gedip ticanın remaydatı dadan. Осенью свадьбу справлю, Хадигаса мне земли даст. Дарак, дарана, Иличарайон, Итринина, Юдланашты. Ты, дочка, счастливая будешь. Сын богатого Хадигасана мужем твоим будет. И ты богатой будешь, дети твои нужды не увидят, не будут, как я, всю жизнь на одном месте вертеться. Уха! У сына твоего земли будет столько, о-ха! Сколько может человек обижать по кругу, пока не упадет от усталости. Прошу тебя, Хадигасан. Очень прошу тебя, Хадигасан. Подожди немного. Я и так целый год жду. Еще за прошлый год за работу моих буйволов не выплатил. Сам знаешь, платить нечем было. Семья всю зиму голодала. Что ж, по-твоему, я голодал тоже. Забирай буйволов. Аллахом тебе заклинаю, не губи меня, дай закончить спашку. Не дам буйвол! Разве? Дурак. Ты всегда народ мутишь. Песнями, баснями. Ну-ну. Головы дурманишь. Ай, Хадигасан, скоро мы свояками будем. Дочь моя, Ульфет, с твоим сыном под одной крышей жить буду. Отчим прошу, дай Егиду землю вспахать. Другом мне. Старый друг, его обиду на себя я принять должен. Не могу, не могу не уважить твоей просьбы, Тахмас. Пусть Егид землю допашет, а за тебя, Тахмас, Аллах молится.
это невозможно. Такая политика приведет наше правительство к гибели. Что же вы предлагаете? Раздать землю крестьянам? Вы утрируете мои мысли, господин премьер. Поймите, что крестьянство идет за большевиками, а мы этому содействуем. Какой же метод вы предлагаете, господин министр? Как вы думаете, можно ли в одну минуту передумывать новые правительственные мероприятия? Я согласен с мнением господина министра земледелия. Поэтому предлагаю созвать в Баку крестьянский съезд. Провести выборы на съезд так, чтобы сами крестьяне выдвигали кандидатуры беков и ханов. А что это нам даст? Крестьянство увидит, что правительство мешковато, о нем думает и заботится. Здорово. Какие новости? Здорово. Бакинский комитет на крестьян. Ты песню пел? Я всегда свои песни пою. А слова чьи? Чья песня, того и слова. Берегись, Гайдамир. За такие слова головой поплатиться можно. Что плохого в моих словах? Я пою про ручьи, про потоки могучие, как семь братьев дракона побороть могут. Уничтожить это осиное гнездо! Расходить!
А ну, уходи отсюда! Выгонит тебя, да еще им всыпет как следует. Че как всыпет? Ого! Такого табунщика, как я, ему во всем Азербайджане не найти. Каких коней я ему выходил? Один лучше другого. Это хорошо. Кони и нам пригодятся. Не клюет? На! Попробуй ты. Я тебе сейчас жареную осетрину вытащу. Что-то запаздывают, ребята. А ты спой еще свою песню, Петро. Хорошая песня. Я уже спел, теперь ты попробуй. Веют ветры, веют буйны, аж день.
не бойкотировать, а наоборот, помочь крестьянам выбрать своих делегатов, чтоб на съезде они сами увидели истинное лицо своих беков и мусаватских правителей. Но ведь они бека будут протаскивать. В этом-то наша задача, напомешать беку и самим нам организовать народ. Ну вот, давайте решать, кого послать делегатов. Кого же послать? Эльдара. Не, Эльдара нельзя. Он служит у бека. И крестьянам трудно будет объяснить, почему мы его посылаем. Правильно. Койдамира пошлем. Вот это хорошо. Что скажешь? Боюсь, Петро, не справлюсь. Ну, знаешь, есть хорошая русская пословица. Волков боятся, в лес не ходить. Бисмиллахир рахманир рахим, ур-рахман яур-рахим. Слово предоставляется всем уважаемому Гаджи-Гасану. Ай, джамаат, мы все, собравшиеся здесь, знаем наши нужды. Но не всякий может умело говорить о них. А потому нам нужно послать на съезд такого человека, который понимал бы все умные и важные слова, которые будут говориться там. Не так? А? Так, так возьмите наше село. Кто из нас умеет читать и писать? А? Никто? Никто? Но он молод. Послать на съезд такого молокососа, значит, обмануть Бога, правительство и себя. Христиане, если среди нас человек умнее Мехмендербека? Из волка пастуха не сделаешь, поэт сказал. Кто за Мехмендербека? Поднимите руки. Опустите. А кто против бека? Эльдар, говори. Зачем нам беспокоить такого почтенного человека, как Мехмендербек? Пошлем лучше Гойдамира. Хотя он не умеет читать и писать, зато споет нам такую песню. Хрда-хрда суне зеларе, персену ларе ахар дедане. Yedi kardeş el bir olsa, kara demi yıkar ceder, kara demi yıkar ceder.
Каким хотите путем, но вы должны добиться, чтобы я был делегирован на съезд. Понятно? Не беспокойтесь, все будет сделано. Вы получите официальный мандат как делегат Гинжинского района. Предоставьте это мне. Землю проси. Землю. Торпа, скажи там, что тамаски землю хочет. Немножко. Столько, сколько может человек обезжать по кругу, пока не упадет от усталости. Отец сказал, что убьет меня, если я не выйду за хромого сына Хаджи Гасана. Он поклялся. Гудамир, возьми меня в Баку. Останемся там. Что ты, Ульфет? Я делегат. Про землю не забудь. Расскажи там, Ведомир, как нам плохо не живется. Землю помни, землю! Скорее возвращайся, Гайдамир. До свидания, Гайдамир. До свидания. До свидания. Землю, землю. Бакинского уезда. Вот хотя бы вы, уважаемый земледелец. Вам не жмут лаковые щеблеты? Когда вы, ну вот скажем, землю пашете хыщем. Или вы, господин крестьянин, скажите, так и навоз убираете в сюртуке. А вы чем занимаетесь в деревне, в офицерском мундире? Здорово разбогатели. Они уже забросили рваную чуху и дырявые чарыхи. Правительство обещало крестьянам землю. Съезд должен заставить правительство выполнить свое обещание. У нас, азербайджане, земельный вопрос разрешен. И разрешен так, как написано в Коране. Мы не знаем, как земельный вопрос разрешен Кораном. Но знаем, что земля должна принадлежать крестьянам. Уберите эту великую крепу! Мы не позволим нечистым людям оскорблять священный Коран. Кто вам позволил лишать крестьянина земли? Не только земли, но и скота. Не только скота, но и воды. Не только воды, но и чести его. Кто позволит?
Сегодня у крестьянина только один выход. Взять землю в свои руки. Через ваши головы, господа Беки. Бакинские рабочие в этом азербайджанским крестьянам помогут. Имеет делегат Янджинского уезда. Мусульмане, предыдущий оратор клеветал на нас. Наши крестьяне имеют все. Только они не умеют пользоваться своим богатством. Они как маленькие дети. Им нужна отцовская забота. И я отец 800 крестьянских семейств. Плохо заботишься о своих детях, Бек. С голоду они у тебя умирают. С голоду умирает тот, кто не хочет работать. Вот вам один из моих крестьян. Он такой же равноправный делегат нашего съезда, как и я, Бек Мандарбек. Нас обоих единодушно избрали наши братья-крестьяне. И мы торжественно заверяем наше правительство, что у нас в Ганджинском уезде все благополучно. Крестьяне и беки живут в мире, единой мусульманской семьей. Пусть он выступит и скажет свое слово. И вы услышите от него то же самое, что говорил я. Народ, горе и страдания свои в бел, и любой крестьян, и опять горе, передают товарищи. Здравствуйте. 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 Здравствуй, Раким. Здравствуй. Я буду петь, если что замечу, дам знать. Амано чоя гурнамени, мен будаг начин марамиям. Амано чоя. Начнем, товарищи. А Георгия ждать не будем? Его не будет. Сегодня ночью его и еще нескольких товарищей арестовали. Товарищи, крестьянский съезд, собранный мусаватистами, с целью обмануть крестьян, провалился. Делегаты-крестьяне видели, из кого состоит так называемый крестьянский съезд. Они вернутся в свои деревни. Они расскажут крестьянам то, что видели и слышали. Нам куда гнать, мы
Аман ценная, отец на башни, нам куда гнать, мороженое, мороженое, нам куда гнать. Я уже знаю, какой скандал вызвало выступление ганжинского делегата. Здравствуйте. Скоро, наверное, кончите. Наверное, скоро кончим. Солнце всю траву высушить. Убрать бы надо. Уберут, когда надо будет. Ай-яй-яй-яй, сколько травы погибает. Ай, черт проклятый! Дьявол косолапый, а сын что ли? Всю смолу на меня вылил. Сам опрокинул, еще кричит. Иди, иди, не мешай работать. Тебе покажу. Эй, ляпа, деньги за смолу плати. Молодцы, ребят. Хорошо отделали. Так вот, товарищи, идет к нам пошлинная великими вождями угнетенных, Лениным и Сталиным, братская помощь великого русского народа. Идет к нам Красная Армия во главе со славными большевиками, товарищами Орджоникидзе, Кировым и Микояном. Настало время поднимать восстание в деревнях. Надо здесь установить связь с делегатами съезда крестьянами. Таким, это поручается тебе. Ты, Абас, возьмешь Ганжинский район, самый важный. Необходимо немедленно переправить оружие. Сбежи с железнодорожью. Торопиться надо, товарищи. Расходитесь, товарищи. Каждый из вас получит задание. Пока. Лампа? Какая лампа? Бомба. Товарищи из Баку, Аббас прислал, помогать нам будет. Знакомьтесь. Очень рад. Так вот, отец, сегодня начнем и дворец захватим. Гуляйте на свадьбе и ждите нас в селе. Понял? Держи винтовку. Ко дворцу подойдете, начинайте стрелять, а мы на выстрелы будем. Thank you.
невесту мою. А где же молодежь? Так, пацаны, не беспокойся. Сейчас все придут. Вот они. А вот еще. Иди сигнал. Не бойся, Ольга, все будет хорошо. Да. Почему никто не веселится? Эй, тащи! Когда подойдете к дворцу, стреляйте больше. Хорошо. Всем передай. Эй, музыканты, почему в такой день играете печальную музыку? Веселее играйте! Свадьба всегда стреляет. Thank you.
Ахмед, что с тобой? В Баку установлена советская власть. Ура! Ура! Баку советская власть! Что? Читай! Баку установлена советская власть! Точка! Красная армия под командованием Орджоникидзе, Кирова и Микояна вошла в город, разгромив мусаватские войска. Точка. Остатки мусаватистов бежали район Янджи. Точка. Возможны нападения мусаватистов на некоторые близлежащие деревни. Точка. Готовьтесь к отпору. Точка. Помощь вышлем. Точка. Подпись Бакинский комитет. Товарищи, приказ. Ильдар пьянку затеял. С кем? Не знаю. Петро, проверь, в чем дело. Есть. Надо сообщить во все ближайшие деревни об установлении советской власти в Баку. Хорошо. Предупредить их о возможном нападении мусаватистов. Хорошо. Вот и все. Все это я сделаю, Рагим. Но я думаю, надо мне пойти туда, к Ильдару. Петро с ним не справится. Ты, Гайдамир, начальник отряда. Раз ты думаешь, тебе надо идти, иди. Bu çepe ara olmada kurban cana geldim, cana geldim. Bir gelmişdim vermek can ya, olmadı kismet aman. Gittim dolanayım bir dakika. Ah ben cana geldim aman. Derman gidine yer bulamayım. Derdine halime de halime aman. Yok nerede sanıp derdime derman cana geldin, cana geldin, canadan buyur bana. Düşüptür şanı bu yerde. Hay balayım, deye 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 de bu yerde.
Из песни слов не выкинешь. Сколько миром разругать меня хочешь? Убью тебя, субтина сына. Это какого ж субтина сына ты собираешься убить, а? Выпьем за здоровье Петро. Он вместе с нами боролся против Бека. Я же убил Мехмандарбека. Ты понимаешь, Петро? Я. Вы слышите? Я убил Мехмандарбека. Петро. Петро Джаз. Дорогой. Бека убили. И дрались хорошо. А сейчас что делать? А сейчас? Смотри, как мы умеем веселиться, Петро. Эльда. Предлагаю немедленно прекратить эту пьянку. Новые хозяева нашли. Какой-то украинец распоряжается нами. Это кавказский шутка. Не обращай внимания. Что ты ждешь? Чем он лучше тебя? Ты же можешь стать начальником отряда. Придется судить. Да. Судить. Судить. Меня? За что? Поможет нам. Так вот. Смотри. Дорога Ганджа. Вот сюда отступают разбитые мусаватисты. Понятно? Встретить мы их должны как следует. Другие деревни нам помогут. Аббас из Баку тоже помощь пришлет. Тут им и конец. Ну ладно. Ты отдохни. А я пойду проверю посты. Спокойной ночи. Thank you.
Вандербек был плохой, а Гейдемирбек лучше? Это ты во всем виноват. А я, дурак, тебя послушал. Нас за это расстрелят нужно.
мешать. Эльдар, помоги, Эльдар. Гойдамира и всех наших арестовали. Уйти. Иди на телеграф, сообщи о нападении. Нет, нет, ты там не поможешь. Ты не бойся. Пиши. В Баку Аббасу пиши. Всюду пиши. Бежишь кольцом, я дарю тебе. Thank you.
землю! Все слушали меня, когда я пел песню о нашем горе. А горе наше так велико, что если бы оно было копотью, то весь мир стал бы черным. Как эта бурка. Об этом я пел, имея в руках сарз. Теперь у нас в руках винтовки. Наша песня должна звучать в свисте пуль, направленных против виновников нашего черного горя. Беков и Муссавата, мы хотим власти, и власть будет наша. Клянитесь, эгиды, что вы не выпустите из рук винтовку, пока останется в живых хоть один враг нашего счастья, нашей свободы. Клянемся! Клянитесь, эгиды, что вы отдадите свою жизнь, свою кровь, защищая нашу святую землю. Клянемся! Клянитесь, эгиды, драться до конца за освобождение трудящихся под большевистским знаменем. Рабочие Баку помогли нам победить Беков и Ханов. Клянитесь, эгиды, в вечной дружбе рабочих и крестьян. Клянемся!